ребят, всем привет, с вами я, диджей Борискин. Сегодня мы продолжаем новую серию, аккаунт на розыгрыш. Вот, это уже 10-я у нас серия. Так, ну, в общем, этот аккаунт я прохожу с нуля, без доната, своими силами. Все прохождение полностью записываю на видео и выкладываю в YouTube на свой канал. То есть вы можете видеть полностью все, что происходит здесь в онлайне, только в вашем присутствии. А как наберется на моем канале 1000 подписчиков, я этот аккаунт разыграю среди вас. Найдется один такой счастливчик, кому действительно повезет. Так, а здесь мы также будем проходить режим приключения. Вот этот вот. Вот, сейчас заданки сезона только доделаем. У нас там уже маленько осталось этих заданок, но и дней мало осталось. И начнем активно развиваться. Но сегодня уже мы будем торговать. Причем очень много, делать детальки, торговать. Практически все время будем торговать, пока будем проходить еще. Так, вчера мы закончили, что мы, значит, получаем дробовик булаву, который сразу же на продажу уходит. Я даже в бой на нем не пойду. Ну, чуть-чуть вот на одну копеечку ставим дешевле и кидаем на продажу. Все, короче, переходим обратно на фракцию скитальцы. И сейчас, как только продастся дробовик, как дробовик продастся, сразу начнем делать. Так, а пока нам, ребят, надо проходить рейды. Что там у нас по заданкам? Произведи любую деталь, пушку башен. А, с пушкой первой, да? Ну, это не в рейдах. А по заданиям, что у нас по рейдам, если... Ну вот, мы за пластик, да, по-моему, начали? Да, за пластик мы не доделали. Быстренько сейчас за пластик пройдем с рейда. Задание сезона. Помоги уничтожить 60 противников из фракции огнепоклонников. Вот, надо в рейд за огнепоклонников идти. Это оружие контактное. Потом будем делать. Нанеси урона в миссиях. Потом будем делать попозже. Короче, дробовиком в рейдах надо... 25 деталей отстрелить. Но это, скорее всего, легких будем делать, потому что у нас дробовики на средние рейды не подходят. Там очков мочи не набирается на крафте. Пойдемте посмотрим, что у нас за рейды тут сегодня. Степные волки. Вот здесь что. Во, как раз и пластик, и огнепоклонники, то, что нам надо. Так, берем быстренько нашу машинку для рейдов. Как раз, ребят, видите, ровно 4000 очков мощи, как по названию сделано, как будто бы. Но это нечаянно у меня так получилось, я специально не подгонял. Напарник перцей на месте. Ну и поехали, ребят, что делать-то. Так, ну что хочу сказать вам всем еще. Это видео больше, знаете, ребят, как пособие для новичков, как правильно развиваться, как правильно делать. Ну, а те, кто уже развился, те, кто уже знает, можете взять бутылочку любимого напитка там и сидеть, прикалываться, смеяться, угорать, смотреть, вспоминать, как это было. Я, допустим, начал еще это все проходить, ну, потому что мне уже свои бои там немножко поднадоели, и хочется чего-то новенького, хочется вспомнить, как это было, когда я проходил, когда я новичком. Я вот сейчас прохожу и много чего вспоминаю, ну, как-то и на душе легче, интереснее становится играть. Так что вот, в общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Так что как-то так, поехали, ребят. Ну, будем помогать новичкам. Так, один туда, давай так, два туда, поехали. Что ты там убегаешь-то? Давай, добивай его, я вот этого заберу. Помог ему отстрелить пушку. Что тут, никого нету? А, ну ладно, сейчас мы отключим тогда. Ну что,
Сейчас доедем, заберем его. Также здесь я рассказываю, как правильно заработать, как правильно крафты построить. По заработку мы бирюзу сейчас будем продавать. На этом нормально заработаем. Так, у нас по заданию 60 противников уничтожить. Это, ну как там написано, помоги уничтожить, либо уничтожить. Главное по каждому пострелять. По чуть-чуть по каждому пострелять, чтобы засчиталось. Вот этот хороший новичок собрал крафт. По крайней мере на пулеметах. Это тоже ничего. Только, блин, они хлюпки у них какие-то все. Но то, что на кабину ставят, это очень правильно. В рейдах не надо прятать оружие. Потому что ботики все равно по нему не стреляют, они стреляют по кабине. Вот. В миссиях, да, в миссиях в обязаловку это. Извини, я тебя читал. Ну. Вот этому можно яму копать. Да, ребят, детям тоже можно смотреть это видео. Я тут стараюсь не материться. Стараюсь себя в руках держать. Потому что сам не люблю. Даже мы когда на КВ с ребятами ходим, я никому не разрешаю материться. Хотя там сами знаете, там без этого вообще никак. Легкие рейды вообще ходить неинтересно, будем только в средних рейдах. Ну легкие можно 5 раз пройти. Ну и то, что там мне капец как лень, и так уже их накатался нормально. Будем думать, как более эффективно развиваться. Колпачки красивые хочу сюда, ребят. Оружка пофиг, колпаки обязательно. Да не, ребят, шучу. Ну просто хочется уникальности добавить аккаунт. Ребята, вы чё? Вы чё? Нашу вышку тут жрут. Как так допустили? Я сейчас выжигну. Офигеть, блин. Я думаю, что там только один ботик выехал. Товарищи, не стреляй. Ну чё ты сюда приехал, ты ботик? А, ну чё ты сюда приехал? Все дела. Чё, ребят, едем за фурой. Нифига ты оборзил, это кто там кинул на меня? Вот он гад, вот он гад. А ну-ка иди сюда. Хотел сзади на меня напасть, да? О, вот это я его сейчас подзорву, пацаны. Да, ребят, я буду немножко с юмором это все как бы играть с юмором, прикалываться. Ну, иногда хочется в жизни просто расслабиться, да и... Больше видео рассчитано на молодое поколение, я думаю, им поприкольнее будет. Ну, а тех, кто под Саши, может тоже поугарать. Посмеяться, лишний раз все вспомнить. Блин, пацанчики, поехали на главаря.
Вот он, гад. Нифига он меня закинул. Ну-ка, задом быстро ставим. Ставимся задом. Ох ты, чуть-чуть. Это у него мастодонт, что ли? Нифига, он стреляет и огнем еще. Валим. 70 хп. Вы че, ё-моё, 64. Вы че, ребят? Давай, мочите его, гада. Культиста вон того мочите, главарчика. Ё-моё, ребята, у меня уже мотор горит, ё-моё, вы видели, да? Движок пердит, не едет. Вот это да. Ого, какой у него отвал красивый, смотрите, ребята, а почему у нас такого отвала нет конструкционного? Нифига, у главаря отвал какой красивый, это что, нам такой ведут, что ли, отвал? Видели, да? Я такой первый раз в этой игре вижу. Не, ну реально, у нас-то такого отвала нет. Когда у него отвальчик остренький. Чуть-чуть до нового уровня не хватило. Ну чё ж ты, а? Чё там по заданкам у нас? 24 настреляли. Ну, думаю, до 60 быстро дойдем. Полетели, короче. Так, стоять. Булава закупилась. Чтобы время не терять, будем делать, что у нас сегодня по торговле. Отлично. Во, вот это будем делать. Офигеть, как будет продаваться. Даже по 109 сходу можно дать. Нифига себе, надо его быстрее делать. Так, отлично. Что-то нам не хватает. Покупаем, не жадничаем денег. Быстро покупаем, ребятки, быстрее. Отлично, и здесь 600 покупаем. Да, по-моему, надо больше, надо 13 сразу закупать, вот так. А пофиг, по этой цене закажем. Даже по этой, это капец как выгодно. Все, короче, мы купили, наверное, да? Ну да. Быстро производим. Там что надо, что на синус, по-моему, вектор, да, нужен на синус? Сейчас я немножко... Да, вектор нужен. Ребятки, быстро, вектор фигачим, вектор быстрее. Покупаем, даже не мелочимся. И тут тоже давай быстрее купить за 2.23. Возьмешь за 6 тысяч? А? Куда? Ну, вред с тобой. Вот, я как раз как у тебя вчера собирал. Возьму, я сейчас за пластиком гоняю. Сейчас я тебя приглашу, подожди. Нет, я тогда так не. Ну, я же видео снимаю, не ты. Так, ребятки, давайте купим быстренько проводов нам. Так, и купим вот этого. Так, ребят, ну смотрите, что у нас, значит, 6 мы потратим еще монет сюда и где-то 8 или 9 на ускорение, да, ну, чистыми 13-15 монет остается. Монет 13 остается чистыми с бирюзовой детали, то есть, получается, раз в 20 минут вы продаете вот эту штуку, или раз даже там, ну да, в 20 минут, давайте будем честными. Сколько раз за день так можно сделать? Дофига. А когда уже у вас будет много денег... Вы будете намного быстрее продавать такую. Потому что уже пока один... Пока одно делается, второе уже продается. За пластик, Рейд? Да. Вот пока это делается, надо быстро... Блин, ну вы цену видели на него? Смотрите, я вам говорю... Ой, это... Да. Ребят, цена вон 110. И столько много запросов, а продается мало. Даже смотрите, как его хотят купить, даже по 109. Да я вам отвечаю, вот за 110 поставь, его в лед заберут, блин. Сегодня, походу, спрос на синусы, пока спрос, надо действовать. Макс, здорово! Представься, пожалуйста, зрителю. А, так ты в Дискорд-то не зашел? Ладно. В следующем бою представься. Да, ребят, со мной мой сын Макс, он решил покатать. А где ты, кстати? А ты вон там, я тебя вижу, подожди. Давай на правый пойдем. А ты что там, с другой кабины, что ли, построил? Верно. Че же не покрасил, так колпаки не поставил, их вот ты. Я и хотел, а ты не дал. Так, и... так надо было прежде меня приглашать, лучше бы колпаки за это время бы ставил.
Так, там он обстреливает нас. Нифига, он меня жарит, пацанчики. Давайте стреляем его быстрее. Давай я пока пушку вон там вдалеке сниму. Турельку пока сниму. Не снимается она. Ох, а тут вот еще турелька. Все, генератор отключил. Ну что, на Виверне побыстрее он гоняет? Да, еще раз. Ну какой крутяк ты крафт собрал. Ну конечно, мажор, да, все тут у него есть, и ты, и триггеры есть, и генератор. Да вижу, как модно смотрится. Да, красава смотрится. Я тоже так хочу. А ты на эти поставил рапирки, по-красавчиковски сделал, да? Ага. Пошли на вышку, куда мы едем-то, алло? Быстрее, быстрее, сейчас на нее рейдеры нападут, ё-моё. Защитить. Давай. Фуру написано. Ну, я уже почти. Давай. Да у меня тоже кабина рык есть, но я пока не буду ставить, потому что мне некогда. Мне ну, какая разница, рык тоже, да рык покруче даже, наверное. Ну, хотя у Верны предельная масса хорошая. Давай, давай, стреляем, стреляем их. Гасим, гасим, гадов. Ну ты меня уговорил, ладно, сейчас кину я кабину рык, пока она у меня есть. Ну пока сохранять не буду, так на время накину, чтобы с тобой покатать получше. Хотя нет, вот эти рейды сначала пройдем, потом. Ой, извиняюсь. Ну ты классную тачку сделал. Да она у тебя и пободрее как-то. Тоже триггер. Пободрее только так. Вы чё, пацанчики, там вышку разбирают, алло. Смотри, он гад ездит вот тут, банчит вышку мою, стреляет. Нашу броневышку. Нифига, сзади еще тут. Не жарь, не жарь, иди сюда. Кыш, кыш, ботик, фу. Вон там еще, да, его уже друг наш он разобрал какой-то. Союзник. Тут у нас уже и союз, который ты потаранил. Дам, 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 дам. Ты что там, триггер вперед загнал? Ага. Лучше бы ты его посредине поставил. А-а. За кабиной бы спрятал на один пик. Его, по-моему, на кабину можно поставить. Ну красавчик. А я вон того, вон того. Ой, вон с той стороны поехал ботик, я догоню его, ты чё? Блин, приключения режим там, наверное, вообще интересно будет. Там, наверное, заставки будут крутые. Не, ну я на таком крафте не пойду, медленно я хочу на рыки попозже. Попозже красивый крафт соберу на рыки. Колпаки там, все такое куплю. Да ты вообще вон не покрашенный вечно. Да, ну и чё, как тебе с триггером Авроры? Крутяк? Да, рапиры, вернее, с триггером как, крутяк? Да, вы чё, ребята, тут втроём собрались? Смотрите, вышку там один наш охраняет только. Сейчас он фуру всю заберут, ё-моё, вы чё, где там кто? Смотри, горит она уже, горит! Вы чё её подожгли, смотри! Блин, у неё хп отнимается! Да не отнимается! О, потушилась, ништяк! Где все? Ну жди ботиков, сейчас припрутся они. Чё, сегодня все 5 рейдов будешь откатывать со мной? Я уже один сходил без тебя. А ты пятый докатаешь? Зато значки получишь. Ну ты тоже получишь, что нет? Ты же свои заданки проходишь. Ай, блин, триггер, отстрелили. Ну тут этот, блин, ничего тут нам не оставил он уже. Фура, фура погнала, пацаны. Блин, давай быстрей.
Блин, ох, так хорошо, что мне будет взорвать. О, сколько их сейчас, я их всех застрелю. Каждого постреляешь. Вот этот мне нравится. Вот этот вообще жирненький ботик. Сейчас мы его. Ну-ка, дай пушку, открою ему пушку. Не, он горит лучше по кабине лучше. Во! На, я его протаранил, ты видал, смотри, аж мусор весь разлетелся. Крутяк, пацаны, вообще. Короче, ребята, вот так вот клево мы отдыхаем. Так, взрослые люди, опытные игроки, да, к вам обращаюсь сейчас, короче. Это все просто прикол. Поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь. В шуточной форме материал преподается для новичков, чтобы было не скучно. Чё там, я еду, ты где? Я на главарика побежал. А, точно, ну давай, сейчас доеду, подожди. Блин, надо спасать братана. Давай, еду к тебе. Сколько у тебя секунд, Аса? Сейчас, держись, друган. Меня тут жарят, но я к тебе еду. Пошли давай. У меня сзади стрелял, у меня козел сзади, смотри. О, я его взорвал. Давай, идем на главарика. Давай, пошли я на главарика. Только я там резко развернусь. Не толкай меня. Стреляй, давай по главарю. Смотри, какой у него отвал впереди, нос длинный, офигеть, я тоже, почему у нас такого нет в конструкционках? Нифига себе! Ты видел, какой у него отвал? Я сегодня только заметил. Наверное, потом, скорее всего, следующий пропуск боевой добавят какой-нибудь. Блин, ребят, как я жду следующий боевой пропуск какой-нибудь, только так, чтобы там не для гаража всякая херня была, а... Ой, блин, выматерился, ну извиняюсь. Короче, так, чтобы нормально было. О, детали новые на складе, ну-ка на склад зайдем. Вон, мне вот такие же, как у тебя, дали детали. А, вот такие две, вот. Вот, сейчас вот как ты хвосты поставил. Прям мой крафт можешь собрать. У меня там еще мало. Только отвал. 27 минут, успеем еще раз катнуть. А что по заданкам? А, ну надо его еще катнуть. Пошли сразу еще катнем один раз. Вот. В этот же рейд пошли. Фракции мои еще делают. Как раз, в следующий раз. 35, это штучка. На 35 всего лишь. 35? Да, вот. А у меня она 300 стоит. Ну покупай ее, покупай. А чуть. У меня же они все сделаны. А, ну поэтому ты ее... Нет, просто ты ее не можешь сделать. Почему 35-то? 300 она стоит. Давай, на ту идем, на ту. Как да, давай, раз. Давай, как в прошлый раз. Я только через низ зайду. Сейчас фары включу, у меня под решеткой фары модные. Подожди, а я тебя хочешь постреляю? Ну, чего опять не покрасил? Да, нафиг надо. Позоришься тут, блин. По красавчиковски делал. С триггером нормально все собрал так. Да, ребята, кстати, мои все эти... ну как его... Чертежи все есть, они на выставке есть. Ты только не умри сразу, сынок, ты что? Да, меня тут тоже достается не слабо. Меня сзади жарят. Да блин, вот этот гад жарит меня сзади. Сейчас я его размотаю. Он к тебе приехал. Вон, который фиолетовый. Давай вот этого добьем. Он меня сотрел, он меня зажег. Он мне мотор зажег. Ничего себе. Вот он, еще один, он сейчас меня застрелит. Убегай. Да не, я затком встану и буду стрелять вот так, как метр задом ездим. Ой, больно. Ладно, я фух, а, нифига себе мы с тобой. Вон, на фуру пошли защищать. У меня уже движок не тащит. Так, как у метра прям. Смотри, еле пыхтит. Такие мы крутые, бах-бах.
Кстати, у меня еще нерпа стоит. Нерпа стоит? Ну да. Ты вообще мажор, я тоже так все хочу поставить. А у меня уже горит все, аж через кабину горит. Видно, как мотор горит. Эй, все, меня сейчас взорвется, тачка взорвется, ё-моё. Все, меня взорвали. Я возвращаюсь в бой. О, вот он рядом со мной заспавнился. Сейчас мы его добьем. Вышку, вышку жрут. Вы че, фуру? Вон там, вон там. Че, их уже съели, что ли? А, наш уже справился. Вот этот. Вон там сзади осторожно этот фиолетовый опять с мамонтом, с мастодонтом. Да сейчас я тоже рыб в кабину поставлю, радиатор сделаю, да дождёшься. Да нет у меня триггера, ты чё тут? Тут проходить-то недавно начал. Мышка, убегай. Где стреляют? Да это она и так жарится. Да это только что стрельнул кто-то. Вон он, куда я стреляю, смотри. А, это мастодон. Да я вам говорю, вы чё сидите? Ну не толкай, что ты толкаешь меня, блин? Стоял нормально, офигительно настреливал, берешь, толкаешь, ты че? Вон едут, слева. Только не матерись. Вышка уже 47% осталось. Она горит, блин, конечно, ее подожгли, блин. Надо что не давать. Блин, пацанчики, вон они опять сверху вылезли. Вон там, смотри, вот тот мастодон поджигать его сзади. Ой, я тоже мастодон. Давай его первого замочим. О, давай, я его тоже стреляю. Че, он там живой? О, тут вышку жарят с этой стороны. Прям подъехал, прикинь, смотри, жарит он ее. Опять горит, блин. Давай возле вышки сидеть, не уезжай далеко. Ну, по мастодону я все равно надо ехать. Ты слышал? Без колес там кто-то остался, что ли, че? На брюхо. О, ребята, вот так типа, мы настанем. Не мешай. О, я застрял. Вылезай. О, спасибо, ну ты меня запихнул. Он... Да это простой это. Ты больно, вот он возле вышки залетел прям. Ура, вышка валяется. Да у нее уже 26 осталось. Сейчас да, я за ней, чтобы ее не разобрать. Вон, смотри на нее погнали сразу, бля. Догоняем. Надо ее разобрать. Вот они, я их вот здесь застрелю. Сади. Они сзади едут за вами. А я за ними еду. А я перед ними. Ну и давай разобьем. Вот этого. О, бля, перед рядом с нами стоит, заспавнился. А тебя что, взорвали, что ли? Да. Это бочки, блин, пиццы. Меня слышу, блин, прямо в кабине держит. Ушел, не трогай меня. Все, я тут разобрался, еду к вам. Фары вроде на месте. Какой у меня GPR, ребят, крутой. Уйди. Зацените, какой у меня мод. Модный вот такой джипчик. О, главарик рядом со мной заспавнился. Макс, главарик вот здесь, блин. Он на меня попер, какой он страшный, ё-моё. Он этот, с камбашами и флаг. Ты что, ой-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 ой
Нифига, он за мной гонится, гонится. Ой-ой-ой-ой-ой, заворачиваем резко. Опа, хопа, я его обманул, ля-ля-ля. Он на меня покушался, ты видел? Ой, еще тут эти ботики другие. Не-не-не, глобарь, оказаться. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Песик, фу. Ты прикинь, он на меня охотится, он охотится на меня, пацанчик. Смотри, он никого не находится, он чисто. Да уйди ты назад, Макс, Макс, уйди. Ну, ну вот какой он модный, а я тоже такой модный хочу. Ты, главарик, отвали-ка ты, а? Так, союзники, извиняюсь за то, что толкаемся. Не-не-не-не-не! Я, он на меня комбайном, бог поехал, я думал, у меня сейчас все. Вот это да. Давай в гараж. Давай. Так. Покрасить колпаки, поставь пока. А ты закинь дискорд для чата, я демонстрацию включу. Да пока подожди, я сейчас сделаю. Ну я в дискорд не включу. Так, что там по цене, ребят? Блин, сколько запросов много, ну уже и продается много. Может по 100? Нет, по 100 мало давать. Давайте его сейчас этот по 110 выкинем на рынок. Чуть-чуть попозже завершим. Хотя нафиг, давайте сразу. Да? Две монеты теряем. Ладно, через 5 минут сделаем. Пока я дискорд запущу, ребят, на паузу поставлю. Так, ребят, ну что, продолжаем с вами. Сейчас. Я уже в основной чат зашел, ты зашел в основной чат? Нет, я не буду заходить. А зачем я дискорд ради тебя запускал? Чтоб ты посмотрел мою демонстрацию. Ты зайди, будем общаться, раз ты со мной рейды проходишь. Да, поздоровайся. Привет, привет, если что. Так, тебя как зовут-то? Алло, молодой человек. Нет, меня слышно. Как зовут тебя, спрашиваю, молодой человек? Максим. Так вот, представляйся. Вот, заходи в мою демонстрацию. Так, ребят, что там, ускорить нельзя его еще? Постой, зайди в мою демонстрацию. Да подожди ты. Заходи. Сейчас, ребят, давайте, ладно, на 5 секунд я зайду к нему, посмотрю, что он там делает. У меня сейчас этот отвалиться может все, сын. И так это интернет. Ну и что ты хочешь показать? Я хочу, чтобы ты посмотрел, что у меня выпадает. Все? Нет, нет, давай. Фиолетка выпала с этого. Крутяк? Ага. Давай я, короче, стрим прекращаю. Нет, теперь 5. Ребят, пока там крафтится, давайте мы, короче, получим наклейку с орлом и еще один знак красаута. Помните, мы в тот раз не получили? Сейчас попробуем получить. Наклейки тоже бесплатно, сейчас до них долистать просто надо. Вот, кстати, попробуем тоже контейнеры пооткрывать. Сейчас долистаем, ребят, секундочку буквально. Там пока у нас крафтится, мы же крафтить поставили. Блин, вот такой бы в игру добавили, Бэтмобиль, вообще тема была бы, конечно. Ну ты отвал видел у него, какой у главаря новенький? Я тоже такой хочу. Так, что тут нам скинут, не скинут? А, ну это я логотип для друзей разрабатывал, короче. Это мой логотип. Ну блин, ну давай уже, а. Блин, пацанчики, смотрите. Бэху сами китайцы собрали в гараже. Ой, не Бэху, это Бугатти. Где? Вон из железа, видишь? Я думал. Блять, почему мне такое?
Ну что нам там сегодня скинуть? Нет. Сейчас, ребят, где-то там было, но чуть-чуть дальше еще полистать надо. Просто быстро не хочу искать. А вот. Бесплатно Action Game. Хорошая краска. Вот. А, наклейка Шимора нет, а вот хорошая краска. Ну-ка вот сюда зайдем. Вот здесь, по-моему, где-то наклейка с орлом должна быть. Сейчас у меня, ребят, загрузится. Там в игре все нормально, мы крафтиться поставили, поэтому можно не переживать. Вот, как-то так. Ну, что ты грузиться собираешься? Что, она так не заходит, что ли? Сейчас буду краситься. Все, будешь краситься, расскажи. Ну не краситься, а тачку раскрашивать. Ты набор красок купил? У меня монета. Ну, сверчок продай. Я его продам для другого. Для чего? Для чего? Не хочу. Играй play for bonus, да? Давайте для начала язык русский выберем. Что за бонус? Ну-ка. А, ну это фигня. Так, это фигня, это нам не интересно. Шимора наклейка тоже не интересно. Давайте дальше. А, вот выше. Вот, это я скидывал, ребят. Ну-ка вот эту давайте ссылочку нажмем. Играй free for bonus. Так, опять язык русский поставим, чтобы сразу на русском было. Вот она, вот это, ребят, надо. Так, что, пушки нам нужны? Да, кабина нам такая не нужна, пушки нужны. Ну и все, тут просто забрать бонус, мы и так уже вошли. Давай попробуем. Здесь надо обычно просто войти и все. Не работает. Давай-ка нажмем выбрать другой аккаунт. Давайте еще один аккаунт. Ага. А, блин, на Gmail код сейчас. Я еще просто свою тачку раскрашиваю. Так. Да ты че, ё-моё. Вот мы вошли, нажимаем забрать бонус. О, смотри, добро пожаловать, ваш бонус успешно активирован. Зайдите в игру и получите все. Так, закрываем. Закрыть. Все закрываем. Так, ребят, ну по идее мы должны получить вот этот вот бонус. Орел, короче, там колпак, что ли. Или просто наклейка. О, смотрите, набор наклеек, Боблино. А знак красава-то что, не зашел к нам, что ли? Так, ребят, короче, наклейка с орлом зашла, но колпачка я не вижу второго. А он ведь сам появляется. Нет.
Да. А там что, за что-то зайти надо было, да? Нет, у меня он просто появился. Так появился. У тебя появился, потому что я тебе коды вводил. Ладно, ребят, я колпак, о, этот знак красавца не помню, один зачет. Зачет его дали там тоже, по-моему. Ну, они зачеты не давали. Ладно, давайте завершим за 9. А, например, детали. Получить и сразу же на рынок его выкинем, этот синус. Так, 109.99 вот так поставим. Молодец. А мы сколько, подожди, поставили? Стой. Мы же 98, да, поставили? Да, вот, мы сейчас поставили. Я надеюсь, он продастся побыстрее. Вот, с первого с булавы у нас чистый навар остался 10 монет 23. 10.23. Ну, 10 монет, грубо говоря, осталось. Продажа первого этого. Сейчас посмотрим, сколько со второго останется. Что тут по заданкам, давайте смотреть. О, нанеси 250 урона в миссиях или фотосовках, используя автопушки. Все, поехали в миссии тогда. В миссии или в этот? За проводами нажми. У меня сейчас на 6557. Сейчас меня там размотают, блин, за твоих 6000. Тогда подожди. Ну, я тебе говорю, подожди, я пересоберу тогда. Хотя бы кабинку рыб кину. Я тогда такой музыку. Так, тут предельной массы слишком много. Поэтому выкидываем первым делом рации. Слишком много раций мне не надо. Хотел я, ребят, знаете, еще что кинуть сюда, генератор поставить. И хотел поставить этот радиаторов. 10 из 12, да? Что ли? Да подожди, я тут тачку уже засел строить. Выходи с этого. Нельзя строить. Отвалил моя черешня. Да, я пока погоняю. Ну и коня. Так. Так, ребят, я поставлю. Теперь надо еще 600 килограмм снять. Давайте вот эти все наши рации красивенькие выкинем. Потому что столько нам теперь рации не надо. У нас очков мощи и так дофигищего. Да, жалко, такого значка со второго нет, конечно, печально. Но ничего. Все, блин, весь передок на рациях, что ли, держался, офигеть. Ладно, ребят, зад можно раму легкую поставить. У нас, ага, вот одна у нас на 6 облегченная есть. Да, кабина рык чуть полегче.
Так, теперь надо бока защитить, ребят. Бока защитим сейчас. Бока, наверное, вот этими защитим. Ага, здесь можно такие, да, поставить, да. Вот это, например, можно поставить. Ладно, такой не будем ставить. Вот эти вот детальки поставим, я думаю, они понижутся, сядут. Так, ладно, вот так сделаем. 200 килограмм, да, перегруза, блин, это плохо. Что-то с этой кабиной намного даже хуже, по-моему, стало. Очков мощи особо и не прибавилось, я смотрю. Даже мы, знаете, ребят, как мы с вами поступим? Мы вот это вот уберем. И вот эти две рамки уберем. Даже нет, одну только уберем. Да, вот эту одну уберем. А нет, зря. Ну да, в принципе, ее можно убрать. Поставить вот эту туда. Вот эту пока убрать сюда. Туда поставить две маленьких рамки, ребят. Ну, будем уже на легкие рамы переходить, раз такую кабину поставили. Просто я хочу радиатор. Ну не жди. Где там у нас этот еще один радиатор или что будет? Все, ребят, так и радиатор мы спрятали. Так, в принципе. Чуть-чуть защитить все-таки надо вот этот наш модуль, генератор наш. Попробуем защитить, знаете, какими вот такими детальками его защитить. Раз. И еще, да, можно закинуть, да, 100 килограмм можно кидануть еще. Вот так закинем. Хотя бы немножко этот радиатор их защитим. Так, еще детальки, да, нужно. Но у нас уже по предельной массе сейчас будет подходить. Короче, рапирки, ребят, мы так и не защитили. Ну, попробуем катнуть один набой на этом. За проводами, пожалуйста. А, стой, у меня непереваренные детали есть. Нигде. Не знаю, не вижу. Сейчас вниз залечу, посмотрю. Неприваренные детали. А, я понял, стопы у меня неприварены. Вот они, да. А я ж там рацию снял. Сейчас детали приварю. Перегруз. О, перегруза нет. Стопачки повешу сейчас красавчиком.
сейчас покрашу все быстро одной краской. О, ребят, у нас этот продался. Давайте быстренько его тогда накрафтим еще. Синус? Да. Что там, выгодно этого красить? Конечно, выгодно. Вперед, ребят, вперед. Так, купим сразу, наверное, два штучки, ребят. По цене 0,94 будем чуть ждать. Две закажем. Закажем чуть-чуть с небольшим запасиком. Сразу 13 штук закажем. На крафт бирюзовой детали где-то примерно. Хотя даже там, по-моему, 14 надо, да? Так, все, вектор пошел делаться. Что с рапирой какая у нас? Понятно все. Он такой дорогой, блин. Это купить можно, блин, да и все. Где там этот ускоритель? Ну, металла он много требует. Его лучше, конечно, купить. Даже по такой цене выгодно. Все, а остальные пускай там стоят на закупе. Так, все, теперь что нам на бирюзу не хватает, быстро смотрим. Пластика, слава богу, хватает. Меди не хватает. Так, купить. Чуть, вот сейчас можно, пока там делается, заказать уже по такой цене. По 2,14. Вот на одну копейку ставим, чуть больше, чем закупочная. По закупочной цене. То же самое и с вот этим. Ну, тут, в принципе, не намного отличается, можно купить сразу. Не париться особо. Металлом сейчас довоюются, да? Скоро. Да, я готов за проводами, давай. Ребят, на новеньком крафте есть очков мощи, а сколько у меня? Блин! Да ты чё, как так, блин, опять рации доставлять? Ладно, ребят, будем рации докидывать, что делать теперь? Сейчас рацию заберем. Как было, вернем тогда наши стопаки. Что там, пачка мощи? Чуть-чуть, да, не хватает. Так, еще надо одну рацию, наверное, кидануть. Хотя, ребят, АПА 983. Это сколько очков мощи дает? 19? Ой, 12. Давайте попробуем какую-нибудь деталь, например. Вот я почему не люблю, чтобы долго не крафтить, сидеть. Вот легкая, а очков мощи добавляет нормально. Вот эту деталь кинем, вот эту уберем. Ребят, просто вот так кину, потому что поставить некуда. Что, хватает теперь, да, мощи?
Ну, 4000 есть. Да, я готов, давай проходим. Ты сильно сейчас задерешь, у меня там разберут на 6000. Короче, ребята, если сейчас меня там разберут, а скорее всего так и будет, то мы свалим. По идее у нас радиаторов сколько? Стоять, я не готов. Еще мне, оказывается, радиатор я могу один подставить. Ты че? Вот, давайте. Так, ребят, будем сейчас опять переделывать. Тогда, значит, в таком случае вот эту рамку берем. И вот так поставим. Кинем еще один радиатор тогда в таком случае. Чуть-чуть перегруз на 2 килограмма, да? Вот это, ну, вот эту фигню можно вообще тогда убрать. 56, 53, 53. Можно тогда и рацию одну еще убрать. А, ладно. Короче, ребят, нормально все, сейчас красанем быстренько еще. Ребят, сколько раскрасить-то можно? Поехали за проводами как-нибудь. Тачку вашу, ну, да, вижу, вся с модными трубами, желтенькая, да? Сейчас в бою посмотришь, что твоя тачка может. Ты только издалека стреляй, близ не лезь, потому что тебе оружку сразу сбереют. Не спеши. Куда, направо? Да. Мажем рапир, у нас тут. Старые фары мои сзади так. Под моими. Ну, я вижу, что ты размотал всю тачку, раскрасил, как даже размалевал. Хорошо сделал, красава. Ну, у тебя есть спойлеры, все есть модное. Давай, давай. Ребят, знаете, что-то не намного она лучше стала, эта кабина сильно не дает нам. Задай. Что, и горит. По-моему, наша тачка джипик лучше была. Ну, это настреливать, конечно, лучше. Да, долго они стреляют, это хорошо. Конечно, 4 радиатора. Меня вон уже сбрили. А я уже тоже. Меня сбрили, Макс. Помощь нужна. Вот, направо, да, направо. Давай я ему помешаю еще. Одиннадцать. В бой пошли. Так, боты есть у нас? Нету. Тогда на мост не идем. Я с нашими уже. Вон у нас там копейщик какой. Не едь туда, тебе же расстрелишь и все. Где ты там? Прикольно, у тебя, конечно, крафт. Вот, ты еще и нос от ламбы модный поставил. Ну, только нечестно все модное ставить. Красава, крафт у тебя, конечно. Ух ты, я попал.
А я вот здесь на горочку вылезу, сейчас посмотрю, кто там есть. Я кому-то чуть-чуть накидал. Поехали. Давай, только рядом спрыгиваем. Я уже спрыгнул. Ой, я перевернулся. Нет. А я вот там. Да ты съехал ты. О, вот они, давай, давай. По нам, отъезжай, отъезжай назад, назад, назад. Вот, а вот, вот это Энди, да. Назад. А я виляю, мне тяжело немножко попасть. Так, Макс, тихо посиди, я сейчас на паузу поставлю, а то у меня звонит телефон с работы. Так, ребят, извиняюсь, с работы мне позвонили, короче, вот. Немножко отвлечься пришлось. Ой, как-то так. Ты пойдешь в бой, нет, Макс? Я что приглашал. Ну, хотя давай ты Три бота. Поехали на базу, я в сторону базы. О, я вот тут. Я вот сюда пойду, сверху буду настреливать. Я здесь буду. А вон они сюда нападают. Боты их не сюда пришли. А это не бот, это уже человечек на взгляд. Дроновозник какой-то. Ты что тут меня таранил, э? Нет, все-таки предыдущий крафт лучше был. Да, ребят. Ребят, меня прострелили, все. Дроны, гренадеры, говно вонючие. Ну заедь ты на Б, блин, на в центр заедь. На С едь быстрее, на С. Да, прикольно. Может мне тоже рапиру эту сделать? Господин Виверн, на С, на С, а, все. Да, прикольный у тебя крафт. Труп-то понаставил всякий.
Модный получился у тебя вообще крафт. Что, в гараж? Сейчас, подожди, я поставлю вам крафтинг. Так, ребят, давайте слишком быстро завершать его не будем. Когда вот останется ускорить за 8. То есть это... Вот смотрите, в 55 минут ускорить на одну монету снизится. А в 39 снизится на 2 монеты. Так что чуть-чуть подождем вот это вот время. Не надо слишком спешить. У нас так вот уже в наваре 31 монета. Только сейчас походу пластик придется покупать. Поехали. А ты что, я не готов? Я был не готов. Ты что, блин? Короче, крафт этот получше, но мне надо, кажется, надо поубойнее его сделать. А у меня не закинуло. У тебя написано подключение. Ну, другой бой, ты знаешь. На всякий пожар. Скажи, куда ты зайдешь, гараж? Сейчас бой закончу, не буду тут никого кидать. И так ты не загрузился. Да, я и не хочу. Так это пишет. Попал под лошадь. Нет, ребят, наверное, возьмем все-таки кабину Виверна, потому что у нее предельная масса лучше. Вот. И поэтому возьмем все-таки ее. Потому что 6 тысяч это как мало очень. Давайте я в гараж. Почему? Макс, да я сам поиграю, у меня за твоих 6 тысяч очков меня там, блин. Нагибают конкретно, блин. Я на 4 тысячи хочу зайти. Давай так, ты 4 снежек. Да не надо, не надо, играй сам. Да я сейчас поиграю. Я пока от Дискорда отключусь. Так, ребят, ну что, продолжаем дальше в одиночестве. Пока у нас там детали крафтятся, за это время можно походить в бои, в рейды там и так далее, женевку поделать. Сейчас пойдем рейды быстро пройдем, чтобы значки были у нас. Мне как раз пластик уже нужен. Генератор как он поставил, что его рвануло сразу. Нет, ребят, кабина рых слабая, сильно хп мало. Пошлите, заберем их, они на всем тусят. Наверное, все-таки, ребят, возьмем кабину Виверна. Я думаю, на ней лучше будет получится собрать.
Победа. Вот теперь нормально, я еще и MVP-шку взял. Так, ребят, там у нас чем задание-то сегодня? Задание там, с пушкой проходить. Ну ладно, пушку пока нам не надо ставить. Давайте еще бенз быстренько скатаем. Вот оборона рубежа за пластиком. Бензин надо, ребят, скатать в обязательном порядке. И бур еще купить придется сейчас, ё-моё. Сколько там, 30 монет? Ну как бы этот... Нажмем к отмену, давайте поставим на закупку бур, наверное. Потому что бур только сейчас из контактного, самое дешевое оружие. Давайте, надо везде поэкономить, поэтому за 29 поставим. 29. Ну и плюсик вот так, 0,1. Попробуем купить его по закупочной, ребят, цене, потому что когда продавать будем, он нам все равно не нужен будет уже потом. А сами пойдем пока в бой. Так, конечно, поприкольнее играть, то что рапиры стреляют намного дольше, урона больше наносишь, хоть и у машинки хп меньше. Я думаю, надо этот кабину Виверна взять, у нее все-таки получше будет предельная масса, это тоже хорошо. Попробуем тройку, что ли, вторую поставить. А где там война? Там идет, да? Ну да, ребят, так она настреливает, конечно, получше.
главным задом разворачиваемся, нам говорит. Да, ну хп, ребят, катастрофически мало. Ну куда ты взад-то толкаешь? Придется задом воевать, ребят. Этот ботик опасен, его побери быстро. Попробуем, ребятки, турельку, что ли, кидануть. Что-то мне подсказывает, что мы не успеем. Не успеем, ребят, сейчас ее разберу тут. Поставили третью турельку. Ох, извиняюсь. Там пиварик там есть. Все, завалил. Нормально мы ему так накидываем издалека. Ну, застрелили главарика, хорошо. Зад у нас еще целый весь. Будем задом танковать тогда. Yeah.
Да, мы пока будем задом ездить, всех врагов так разберем. А, поехали передом. Это что со мной сегодня? Задом танкуем, потому что там брони он нифига. Вон они, сверху вон там. Едем. Так, ребят, победа. Ладно, пойдемте еще катнем один рейдик. Как раз бенз еще есть. А хотя не, давай посмотрим, что у нас там скрафтилось. Нет. Нет, один рейдик катнем. И потом, наверное, на продажу кинем его. Бур еще не купился. Давайте посмотрим, почему. 29-25 кто-то поставил. Ладно, давайте купим за 30-46. Потому что бур тоже очень нужен. 30-46. Заберем. Ладно. Одну копейку не будем научиться. Так, он у нас занимает 2 единицы. По любой контактной нужно оружие. Но это после рейдов миссии, когда пойдем. Кинем его, короче. Пока поехали, ребятки, рейд один еще докатнем. Чтоб побольше пластика у нас было на сегодня. А то сейчас покупать его придется, блин. Там уже навара чуть меньше будет. Там уже будет получаться, что первый раз ты покупаешь пластик за 30 монет. То есть навар тратишь на пластик. А со второго ты уже навариваешься. Короче, как-то так. Да ты что это, кто так нас там?
Да, все-таки на джипике крафт предыдущий, ребят, был лучше в плане крепкости. Там были рамы тяжелые, как бы, вот. Я думаю, на 4000 очков мощи он лучше, поэтому вот этот крафт я, наверное, не буду сохранять. Лучше с кабины Виверна вот этот крафт сделать, тогда он будет даже прочнее джипа, потому что там приделки больше. Да, с этой кабины, наверное, ну, тоже по приколу, конечно, но не знаю. Здесь надо оружие лучше тогда ставить, чтобы быстрее врагов убивать, если эту кабину оставлять. Хотя бы Аврору надо одну, это по любой. Здесь ставят турели какие-то несчастные. Дробашек, молодец. Что, давай поставим. Жалко, что ли, нет, нате, получайте турельку. Макс уже второй раз берет эти крафты, переделывает. В этот раз он собрал на кабине Виверна всю такую модную тачку, аж мне понравилось. Вот они. Вот этот ботик самый опасный. Ему надо вот эти рапирки быстрее всего отстрелять. Ой, не рапирки эти, а аврорки. Наш что ли турельки поставил? Я думаю, в чё я уперся? Быстрее надо либо под него залезть, либо я не... Короче, к боссам не надо близко подходить, лучше издалека их разматывать. Да, это, я думаю, правильнее будет намного. Сорвали босса. Блин, ребята, это только вторая волна. У нас уже, блин, и вторая машина уже, блин, хп чуть отняли. Турелек нет. Ладно, турельки ставить не буду. Подожду, пока больше наберется. Тут можно уже вторую подставить. Даже нужно, ребят. Вон они, вон они едут.
Так, 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 так. Где там ботики? А, вон они, на той турельке, вон они. Турельку разносят, пожалуйста. Нормально отсюда рапирка вон накидывает. Можно теперь сразу третью турельку сюда поставить, детальки нам дали. Да, тут по приколу, конечно. Да, ребята, это очень, когда вот толпа стоит рядом с турелькой, когда толпа на вас нападает. И постоянно ее чините. У вас детали, во-первых, не кончатся. Ну вот как сейчас, например, смотрите, я тут один. Напала толпа, они сейчас разберут турельку, потом меня, а так они будут все время на турельку нападать. А я ее буду постоянно чинить, пока они рядом. Хорошо, везде уже третьи турельки, можно просто мочить их ехать. Все, едем. По турелькам смотрим, где боты спамятся. Вон они, вон они. Ах, не успел. А, ну я бы и не поставил, у меня же деталей не хватает. Вон там боты. Кто пришел там, Макс? Финальная волна, ребят. Так, где там враги?
Сава распилил его. Злой вот этот ботик, если честно, вообще осторожно с ним. Потому что пока у него там эта эгида светится, он своими аврорами все тут разберет. Тем более он на кабине, на специальной, которая урон добавляет аврорам. Ребят, ну что, пойдемте главаря мочканем. Ой, я чувствую, сейчас мне задница будет лучше уехать, наверное. Так, пока он по мне не стреляет, можно смело его долбить. А, так вы правда тоже видели. Прикольно, жильцы с ними спрятаны, да? Так, вон он, да, еще ботик. Пойдемте заберем его. Уже без меня забрали. Так что, так что, так. Давайте посмотрим, что у нас за гаражи. Офигеть. Эй, не стреляй, не стреляй. Так, ребят, вот теперь можно смело завершать его. А, мы не можем. Значит, ждем. Да, ну правильно, мы же на бурсию на варта потратили. Так, ну по складу у нас еще есть на один произвести. На этого и этого. Так что пока, я думаю, нормально идем. Что там по заданкам, все, да? А, ну с пушкой пройти надо. Три боя в миссиях, с пушкой пройти надо. Ну, всего, наверное, 5, да? 2 и потом 3 будет. Так, сейчас я на небольшой перерывчик, ребят. Так, ребятки, ну что, продолжаем, что ли? Там, что нам за детали-то новые дадут? Лимит увеличится до 62. А, ну это вот здесь, на 16, на 15 еще мало дадут. Рама тяжелая, дадут 2 штуки, это хорошо. Да, ребят, наверное, надо все-таки вот эту кабину скрафтить. У нее пределка 9000, это хорошо. То есть много накидать можно будет. Пусть вот энергии меньше, да, но зато накидать можно будет. Потому что на кабине рык, ребят, что-то прочки совсем мало. Вот как-то так. Ну, еще и все есть, только бери, крафти не хочу, да? Кабина наша егерь уйдет сюда. Так, что у нас по заданкам-то? Короче, с пушкой надо делать задание. И надо нам с вами... делать и контактным оружием, здесь контактным и здесь контактным. Автопушки в миссиях, нанеси урон, используя автопушки, то есть тоже тема хорошая. Давайте, ладно, тогда все-таки попробуем сюда, что ли, поставить. Бур 2 единицы занимает, поэтому, в принципе, хотя нет, давайте вот так. Пусть вот эта штука стоит, как было. Вот эти 2 заберем. Где там бур наш? Капец, он тяжелый. 250 килограмм весит. Понятно, тут смысла нет никакого, да? Декор мне все равно нужен, да? А слушай, зачем нам один бампер? Пускай без бампера поедем. Да просто будем ездить до ботов пилить. С
смотрите ровно. И пачка мощи, смотрите, ништяк, да? И по приделке загружено нормально. Хотя можно еще что-то кинуть. Я думаю, вот эту детальку точно можно кинуть смело. Нет, нельзя. Слишком сильно весит много. Ну тогда, ну как минимум две такие можно. Тоже нельзя, да? 14 прочки, 28 прочки, 23 прочки. Давайте, ладно, чтобы быстрее было дело, вот так кинем просто, и вот так кинем. Вот так кинем. Хотя нет, даже вот так сделаем. Тогда подойдет смело так, опа. И нормально будет. Ну и все. Во, отлично. Назад можно крыло, например, докинуть. А на крыло поставить вот эти штуки. Даже вот эту штуку можно, по-моему, докидать. А надо поставить сухое. Не так. А вот так кинем его, чтобы оно сверху не мешалось, так страшно не пиналось. Попробуем патруль, ребят, катнуть. Хотя нет, обычный, наверное, она была. Ну ладно, сейчас катнем куда-то еще с пушкой задание. В принципе, кабина быстрая, должна побыстрее доехать. Не, ну рык тоже хорошая кабина, может просто правильный крафт на ней надо построить. Да это я его попилю, я сам хочу. Что-то тут подлетел и пилить его начал. А все равно эти боты не достанутся. Посмотрим, сколько урона сейчас нанесли. Нанеси урона контактным оружием мало. Ладно. Разок, наверное. Нет, давайте лучше за проводами пойдем. Я думаю, за проводами полезнее будет разы, конечно. У нас и заданка будет тоже выполняться. 10 боев за проводами вот выиграть. Рейды мы уже на сегодня откатнули.
Ну ладно, хоть бур сегодня заработали 30 монет, тоже хорошо. Но в конце, я думаю, придется все продать, и рапиры, и кабину, и бур, и осы, короче. Хотя, может, даже с рапир придется доделать эти. О, это все поломать можно, ничего себе. Хотел. А нам надо наших купировать? Вроде надо. Сейчас на мост заедем, собьем того с моста. Прикольная это, конечно, карта, чистый остров. Сваливает. Это хорошо. Да не жить ему уже. Нормально. Уничтожь 120 деталей. О, как быстро пошло дело. Первая кровь, отлично. Нанеси урон в миссиях, используя автопушки. Мало что. Нанеси 150 урона, используя контактное оружие. 1000 только. А, 15 тысяч, а мы только 1000 нанесли. Блин, ну пилить тяжело будет кого-то. Надо ботиков искать. Сейчас разок еще катнем, посмотрим, как получаться будет. Если нет, то ботов пойдем. Я предлагаю пойти все-таки в ботов на малый ом. Короче, я пойду за ботами. Ну, боты сюда, и мы сюда. Боты, по крайней мере, сообща хотя бы едут и будут мясом. Я буду за них настреливать, сзади них едут. Ботик, извини, ботик, извини. Противник лег на брюхо. Ну ты даешь! Как его? Ну дайте, блядь, мусор, хотел, блядь, его прострелить. Детали ему все мусорные снять. Блин, базу захватили. Фигово. Ну ладно, хоть заданка сделается, это ладно. Короче, поехали еще попробуем.
вообще под такую кабину надо крафт полностью другой весь пересобирать с нуля. С нуля делать не надо. Я его сохранять не буду, ребят, этот крафт. Полетели скорее, пока наши танкуют там. Ладно, сколько успели, столько успели. Награда все равно будет. Блин, обидно, бот расстрелян. Сразу не посмотрел я на него. Алло. Алло. Ничего не делаем. Дети телек смотрят. Вот. Сейчас на кушать пойдем. Как у тебя дела как? Что не сидит, когда школа будет? Ас. Ну понял, понял, не переживай. Ты во сколько придешь? На работу завтра позвони. Тебе надо на работу? Вот. Ну ладно, не совпалось это. Я тебя разгоню тоже. Вот. Ты попозже будешь или куда-то, конечно? Ну ладно, хорошо. Я тебя люблю. Приезжай. А там ничего? Суп, да, с фрикадельками? Ага, хорошо. Ну давай. Да, короче, победили мы этот бой. Тут меня сегодня телефон, ребят, отвлекает по черной ночи. Что там у нас по заданкам? Ну, тут понятно все. Что там ещё делать и делать. Так, контактное оружие. Мало урона нанесли. Зато детали уже почти сделались. Попробуем, ребят, давайте патрульчик сгонять все-таки. Там полегче будет. Там, правда, ботов нам не достанется опять, наверное. Мочи этих тварей, давай, ребята! Так, вижу плохих ребят. Тогда надо сразу врываться и все. Поехали. Ну и себе по цифрам много урона вышло, 327, да? Посмотрим, сколько по статистике будет. Вот за захват сектора еще. Взяли очки, это хорошо. Успели ворваться на очки. Чуть-чуть уже осталось. Контактное оружие это долго походу делать.
Там где он написан? Подождите. Контакты, может его в рейдах можно делать? Наверное, сейчас так и сделаем. Сейчас я перезагружу на стартовый, а то она подвисла игра. Чуть позже подключусь, ребят. Так, ребят, игру я перезапустил. Поехали-ка вот сюда зайдем. И попробуем там, короче, этот контактным оружием урон нанести. Тут же не сказано где, правильно? Нанеси контактное оружие урон. Без разницы где. Попробуем ботиков там попилить по-быстрому. Заданку нам пока не надо. А, опять эта миссия, смотрите, она не пройдена, считается, она постоянно будет появляться. Ну и хорошо. Как раз ботиков распилим. А потом начнем миссии эти все проходить. Стрелять по ним не будем, чтобы не сломались раньше, чем надо. Обломки какие-то подворы. Фига себе, как город устойчив, как он сильно, к контактному урону. Так, за манчем мы не поедем. Не будем эту миссию проходить. Вот, ребят, вот здесь ботики всякие воюют вечно. Попробуем их распилить всех. Иди сюда. Блять, я их не хочу, просто распилю, посмотрим, выполнится заданка или нет. Еще вот этих пораспиливаем быстренько. Он далеко не уедет с такими колесами. Мы в любом случае догоним и разберем. Все, что-то рвануло у него так все. О, нифига себе. Не, вы видели, да, что творится? Ага, а что, давай так принтскрин делаем красиво. Все.
О, какой принтскрин классный. Так, ну-ка давайте в гараж зайдем, проверим, что там. Заданки смотрим. Смотрите, нанеси оружие, работает. Детали не работает, потому что это только в миссиях потока, а урон работает. Ну поехали в миссии детали, да, отстрелим и это доделаем в приключении. В миссиях сейчас детальки быстро добьем, чуть-чуть осталось. Блин, еще с пушкой надо пройти, вот это основное, ребят, с пушкой надо быстренько 5 боев выиграть, чтобы металл получить, это тоже немаловажно сейчас. Даже давайте в гараж и зайдем, сначала с пушкой возьмем крафт. А, пулеметика, да, здесь нет? Ну, нам он и не нужен сейчас. А сюда бур кинем сейчас сразу и все. Я думаю, нормально он будет бурить. Даже знаете, как сделано? Даже вот так сделано. Да, вот, вот так даже лучше будет, я думаю. Ножи будут насаживать на буры, мешать ему меньше, вот и все. Как раз нам с пушкой надо пройти эти заданки и все. Ну уже 67-й, нам до 75-го надо дойти, это не так много, ребят, на самом деле. Мне уже самому надоело, если честно, это все барахло проходить. Ну а что поделаешь? Надоело эти заданки от сезона проходить, но они нужны нам, ребят. Ну дай попилить, эй. Стоять, стоять, ну дай я его попилю, подожди, ну подожди, не стреляй, блин. Эх, косой. Надо было бить его. Ладно, за 5 боев, я думаю, пару деталек все-таки кому-нибудь отпилим на этом крафте. Так, мы идем первыми, это хорошо. Катись, 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 колбаска отсюда. Вот так туда, да. Ух ты. Вот так, ребят, хотел ему помешать, и в итоге еще и себе помешал. Нельзя так делать было. Все, блин. 4 детальки отпилить буром, ё-моё, это же вообще фигня. Чего мы не можем-то? Тогда стрелять не будем, сразу поедем. Уже с пушкой сейчас не надо же ничего походить. Поэтому сразу, ребята, рванем. Вот, отлично, они все туда пошли, детальки. Едем, едем дальнего лучше. Пока их разбирают, я вот этого дальнего лучше распилю. Даже вот пушкой не стрелю, наверное. Пока детальки ему не отпилю. Ну ладно, иди сюда же.
подожди. Чё ты его стреляешь-то? Ещё вон там есть, скорее всего, на базе. Пока все его добивают, я на базу поеду. Вон он. Хотя бы впечатаемся просто в него чуть-чуть и все. Чуть подстрелим его, чтобы урон. Да иди ты сюда, ботик, блин. Ну хорош, да, я тебя попилю. Спасибо, ребят, что попилить ботика дали. Никто не дал мне ботика попилить. Все, сделано. Но уровни все равно не пошли у нас. 67 так и остался. Ну, заданка сделалась, тут мало, по 3000 очков. Отстрели ракетницы 10 деталей вооружения в миссиях или потасовка. Вот как раз, видите, опять с соусами задания. Хорошо, что не продали. Так, поехали тогда, наверное, контактным оружием. Попробуем вот в это зайти. В приключения. Хотя нет, давайте патруль еще допроходим. Сколько там с пушкой заданий надо? Ежедневки надо делать, ребят. 3 боя патруль докатаем. Вот нам 155 металлолома дадут. Что, плохо, что ли? Быстренько. Ну и в бою в самом заработаем. В атаку или как? Конечно, в атаку. Короче, помогать не будем. Потому что мне надо самому нанести урона больше, чем он. Вот и все. А, пофиг на них. О, хорошо, я на него зашел. Так. На тебе. Вот так ему. Видите, не надо в патруле никому помогать, тут надо наоборот быстрее самим. А то навара не останется. Не навара, а этого, очков не успеешь набить. Вот он хитрый, на базу раньше всех заехал и добивает ботик. Видите, не успел. Ух ты, новый уровень, детали на складе, ништяк. Ну, чуть-чуть делается, но нам надо основное задание сделать, вот. 2 раза еще в патруль сходить, и контейнер дадут еще тоже хорошо. Ну, это фигня, не задание, мне не особо не нужно. Игра как издалека попал. Кыш-кыш. Они уже на базе, шевели башнями. Вот так, распилили его. В принципе, ничего. Так, что там у нас? Еще один раз патруль. И потом пойдем приключения, быстренько урон закидаем там. Ежедневки надо, ребят, делать обязательно. Потому что там это быстро, буквально минут там, не знаю. Ну, на рейды где-то часть уйдет, чтобы 5 рейдов за пластик скатать, да? Ну, на патруль тут бои быстрые, тут минут 10, наверное, 15. Ну, час 15 отсиловалось, но все ежедневки должны уходить. Просто мы сейчас, видите, еще парк развлечений делаем, поэтому так и получается, что не все делаем как...
пока я лучше вон туда поеду. Вон он вот там ездит, вон он. Окружайте, пишет. Да кого тут окружать? Они так не свалят никуда. Тут просто пока пока развернешься, их уже все. Все, задамки сделаны или нет, ну-ка. Все, ежедневные задания сделаны. Контейнер за 9 тоже получили. Да, у нас на контейнере на строительстве дофига уже этих 3. Этих 11. 3. Сынок, тихо сиди. Так, ребят, что-то у нас там, это что на фракциях-то, сколько нам осталось? Ускорить за 5. 5 монет у нас тоже нет, ждать будем. И времени нету. Ну, с буром задание, видишь, навар на бур ушел, поэтому ускорить не за что монет. Так, пойдемте вот этот урон выполним. Быстренько, я знаю, где его можно выполнить, вот здесь вот. Сейчас попилим здесь ботиков по-быстрому и все, ребят. А, да не пропускай, я на только один раз. Нет, я, короче, это... Если ты миссию не завершил, оно всегда будет наоборот хорошо. Как раз режим приключения, когда будешь проходить, тогда и буду снимать. Ты же ее не завершил. Эту миссию по-любому надо до конца пройти. Камеры надо скрыты тут поискать и трофей найти хороший. Ну вот, во-первых, ботиков попилим. Сами к нам пили целый. Не стрелять. Да зачем мне стрелять? Мне попилить надо, а не пострелять. Я и говорю, не стрелять. Сына, без сопливых. Кабине рык все-таки поживее было. Кабина газелька на эту. Да тут они, кстати, ребята, они тут не бьют сильно. Так. Так, 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 я даже не стреляю. Не стреляю. Ну, чуть-чуть стрельнул, ну ладно, давай лучше распилим. Да, уже точно поймал, уже куда он тяжует. Пили его сначала, не в кабинке. Так, детали попили. Да нет, зачем мне детали, это не надо, мне урон надо. Ну, детали уже больше урона, чем в кабине. Так, за манчем мы не поедем. Почему это? Потому что мы на шоссе вернемся. А сзади ведь камера была, отстрели ее? Нет, камеру я потом отстрелю, когда я буду проходить отдельно. Карту откроем, камеру. О, ребята, кто тут едет? А ну-ка, дай так, и так и есть карта. Он не стреляешь, видишь? Там в этот не уперся. Так, возвращаемся на дорогу. Туда ехать не надо. Почему? Ну, потому что потом я хочу это нормально пройти, когда машинку для этого сделаем. Будем сюжетный режим проходить и пройдем. А, ты просто ботиков хочешь? Я попилить ботиков хочу, чтобы урон засчитали. Пилильщик против пилильщика. Ой, больно хочу быть. На! Все, допилился он. Они вот, видишь, сами с собой воюют, почему? Ну это фракции, видишь, разные. А те, где поклонки, а эти бешеные. Они фракции. Вот и давай, пока они тут фигачатся, мы их тоже пофигачим. Ой, это с капканом. Смотри, это с капканом. Давай немножко бомбили. Давайте бешеные, помогай мне. Че вы по нам стреляете, а? Там-то сожжем вас. Потом можно снова зайти и еще раз попилить их.
Можно? Да. Я знаю, я так и сделал, тоже второй раз захожу. Да? Да. Вот, столб, говорю, на. Лети, мячик. Эй, Кас. Давай, лучше врежься в него. А теперь гараж. Зачем это гараж? Та же карта, которая, как и обычно, тут реально камера есть. Ну там первую хотя бы подстрели. Нет, сына, нет, я потом забуду, который я стрелял, который не стрелял. А, ну. Тут обычно ботики тусуются всегда. Может просто перезайдешь? Отвались, мальчик, сам расстреливайся. Вон они вот тут тусят, видишь? Теперь их пилить надо. И даже не уезжают, охраняют это место. Значит, тут камера. Да? Ай, больно. Как нас пилить? Или там, конечно, тут очень сильно. На. Все, уже не передавай вот этих. Да, он долго кто кусается еще. Макс, тихо сиди, назад голову сделай. Ничего не видно из-за тебя. Прямо в монитор уже уткнулся. Пиц, с каждого бочка еще нападает. Еще тут парни. Они спавнятся, смотри. Ну и хорошо, что спавнятся. Просто приехали, насколько жизнь хватит. Да. На, стоять. Стоять, не езди далеко. А теперь вот так стоять. Теперь вообще умирать. Все. Стрял ботик. Гильз. Первая гильз на этом карте. Вторая тоже. А. Задолбал. Хороший ездит. Стоять. Ну, мотор. Все. Не ездишь больше. Как будто вижу взрывается, но он не взрывается. Специально сделал. Эй, спавни. Так, что по заданкам? Он растет вообще? А непонятно, подожди. Вот, сделалось оно. А иначе, блин, оно не было, смотри. Все, кончилось. Контактным оружием, видишь, заменилось, да, на другое задание. Короче, в рейдах бешеных надо стрелять, автопушками урон надо нанести, а дробовиком есть еще. А что это за вторая правая? Первая кровь два раза. А, да это ведь легко. Да нифига не легко, вот, ребят. Что нас тут ждет? Нам нужен стройматериал, в принципе, вот этот, а вот эти три уровня, последние можно и не проходить. Ну, контейнеры с этого. Нет, они там тоже закрыты. А, он закрытый. Ну все, ребят, ну, да, мы эти награды платные не возьмем. Поэтому 72-й. Вот эти уровни до 72-й, да, чтобы стройматериал забрать. Вот, вот этот надо обязательно пройти, чтобы чертеж получить. Контейнер получить. Все тогда, да. И то... да, и до 72-го. Вот это нам не надо проходить. Почему они не дали вот этот за обычный боевой пропуск? Да, фиг его знает. Вот эти дали, да, те нет. Ну и ладно. Да что ты сильно не развивался. Вот нам, я, ребят, хочу в строительстве вот здесь вот эту штуку сделать. Вот автопушку, ну и лошадку можно тоже. Не, лошадка у тебя все уйдет. Половина вот этого уйдет, она 400 стоит. Ну да, но лучше вот, конечно, вот эту сделать, катапульта, она вообще вещь красивая. А что, если плюс 300 еще у тебя будет, тебе все равно не хватит. Разбирать будет что-то надо будет. Да. Рампы разберем. Ой, ненужные рампы. А
Чё ты осы не продашь? А? Осы, всё нужно мне ты сейчас. Ты неправильно сказал. Когда мы сегодня с тобой в рейдах катали, я у тебя его не брал. Я сам его собирал. С нуля прям. Да, врёшь, ты платформу взял. Нет, даже платформу не брал. Так, давайте, ребят, попробуем металл продать, чтобы ускорить всё-таки. Все, 4 у нас есть, давайте ускорим, продадим синус по-быстрому. Да. Она... Так, 109 вот так поставим. Я думаю, нормально. А, у тебя же выполнился... Пока нужны запросы. У тебя же выполнился контактный уровень, что ты бурку продашь? А вдруг еще появится? А ты что такое? Ну, один бур оставь, а второй там потом купишь. У меня один всего бур, один. Ну, навар снова купишь. Тебе же сейчас деньги. Пусть пока он лежит, если вдруг закончим сезон, ребят, потом распродадим осы. В миссиях или потасовках ракетницей, да, пока она продается, давайте быстренько ракетницу возьмем. Сейчас осы на нее кинем быстренько вместо вот этих штук. У вас? Как мы вначале делали. У тебя склад мало? Маленький? Он стоит мало? Не знаю, если она сейчас отстанет. Так, осы на левую кнопку сразу назначаем, чтобы удобнее стрелять было. Вот это вот горит, не люблю, когда она так стоит. И все, да? Также 4000 ОМ осталось, видишь? Как? А, ну да, они же по 520 так же. Я забыл. Я слушаю. А что там по заданке? Оружие, да? Отстрелить 10 деталей вооружения ракетницы. Ну это вообще легко, ботом по оружке просто пострелять осами. Быстро урон наносит. Сейчас так и пойдем. Да, ребят, тот крафт я не стал сохранять. Ну, не понравился мне что-то. Ну, все равно он такой же. Можно было... А, вот у нас есть, да? А только вот эти осы, видишь, покрашенные, а тут нет. Ну, давай возьмем покрашенные. Так. Или ладно, давай их... Да, уже загрузилось уже, и все, поехали. Они так красивее. Ёлки-палки, самая крутая карта. Да, нормально, карта до карты. Пико. Ну, кажется, с рыб-кабиной повеселее чуть-чуть было, все-таки не зря мы ее сделали. Но я думаю, сейчас придется это, если сейчас не заработаем деньгами никак, то продать придется многое, ребят, честно скажу. Потому что сам за 2-3 дня сейчас нам останется уже доделать этот. Кстати, ты... Вот вообще. Одного, ну кто, блин, зашел в патруль с огнем? Что за бычара зашел, а? Какой бычара зашел в патруль с огнем, блин? Ну зачем с огнем заходить? Тут и так-то ботов не хватает разобрать. Где? О, 10 еще. Одно отстрелили. А, вооружение надо? Да, вооружением. А, я думал, просто... Вот если мост карта попадется, вообще там прям накидывай. О, как раз ништяк, ему еще впереди. На карту. Я сейчас дам на карту, вороны каркают. Человек говорит. Ну, наговорил правильно. Сейчас быстренько их, ботов этих ракетниц, подстрелим. Ребят, ну вот зачем вот с огнем заходить в патруль? Ну вы чё, блин? Вот это. На, вот этому можно ямка. Чеши отсюда, я его прям затолкал уже. Нафига с зеленым огнем? Ну ботов и так не хватает. Ну ты чё за... Чё за человек? Иди его столкни, чтобы он перевернулся.
Идем лучше заберем того последнего бота. На базе он. Последний остался. С огнем заходить, ну зачем? Ой, вот это вот два тарана. Вот так вот. Не дадим ему, бля, пострелять. Ну что за урод, блядь, зашел сюда в ботов на такой малый ум, блин. Давайте чуть подождем, потом пойдем, пусть он в другой бой попадет, не к нам. Ракетница. Одну оружку мы отстрелили. Ну что такое, бой просто так, блин, ребят, да нафиг он нужен? Лучше бы с рапирами сходили. Ох, это самый хороший. Да не хороший, это тоже без понтовки. Это тоже все, блин, все отстрелят, тут ничего не дадут, блин. Если ты по ЖД в первую видишь... Ну я так и пойду по ЖД, так и буду накидывать. Ну что ты прям тоже... Как я первый дал, он два раза быстрее меня, вот смотри, все. И все еще поперлись по ЖД, ё-моё. Ну не все. Вот что ты едешь, Робин, передо мной, иди отсюда. Так Робин это как бы и бот. Да нафиг отсюда, уйди. Опять этот с огнем зашел. Три кило сделка. Кто успел? Вот этот. Напиши им. А лучше пойдем бота убьем. Вот этот что ли едет? Да, это еще он написал место мало. Я не знаю, кто кому там пишет. Он тоже его забрал. Ну, значит, мало места. Он был таким. Че за урод зашел, бля? Ну, убейте его, бета, убейте его. Как это даже? Блин, я не хочу с ним попадаться. Ты подожди минутку, пока он... Да что мне эту минутку ждать? У меня тоже время, он обрез. Сердечко какой-то ты выполнил. А, ракетница, наверное, что-то сделал. Нет, а что за... За 7000 ты сделал что-то. Вот это, наверное, сделалось, нет? Нет, за 7000. Видишь, как вот новое. Отстрели автопушкой 225 ходовых рейдах. Нанеси урон в миссиях с автопушками. Нанеси вот урон. Это стопудово. В миссиях или подтасовка используя пулеметы с бешеными, да? Еще и бешеных набрал. Ладно, ребят, короче, давайте так. На сегодня все. Этот у нас не продался, да? Да, продался. Ну какой, блин, болван ниже поставил цену, а? Давайте сделаем 29. Пусть у меня продастся все-таки, чтобы быстрее продалось. Даже 28 поставим. Пластика на одну еще хватает, загрузку на одну эту березу. Это хорошо. Надо ждать, ребят, пока продастся эта деталь. Хотел прям сейчас поставить ее и закруглиться, короче, но, наверное, так не получится делать. Ну, давай, порадуй меня, продайся, пожалуйста, прям сейчас вот так. Ну, он продастся чуть позже, просто я думал, сейчас уже закруглится. Так, ребят, давайте смотреть, что у нас. В принципе, заданки мы в любом случае до 72-го выполним. То есть бур нам уже точно не пригодится. Продаем его нафиг и все. В ближайшее время не продать не пригодится. По самой вот дорогой цене будем продавать. Даже пусть вот этот у кого-то продастся, мы чуть дороже поставим. 79 поставим. Пусть у нас вторых продастся. Хотя нет, хотя раньше него поставим, давай. 69 поставим. 33-69. Мы все равно за 30 монет его купили. Если сейчас продастся, будет хорошо. Так, на этом все, ребята. Всем, кто досмотрел до конца сегодняшнюю серию, огромное спасибо. Всем удачи, всем здоровья, не болейте, короче.
Аккаунт этот в любом случае мы разыграем. Я постараюсь его допройти до конца. Так что всем спасибо.